Раньше мы рисовали ртом, держа кисточку зубами. И от кисточки прожевывал, и зуб портился. Сломал не одну кисточку и даже зуб, признается мама Рената. Чтобы легче было рисовать, придумали такое приспособление. У 35-летнего художника ДЦП, рисует с детства. Увлечение превратилось в карьеру. Дома уже нет свободной стены для его пейзажей. Рената, а тебе самому кто нравится? Вот какие художники? Когда ему 10 лет, пришли с детского ордена милосердия педагоги таким больным детям. И думали, чем с ним заниматься. Сначала делали поделки. Потом год-три делали поделки, а затем начали рисовать. Ренат старается следить за собой и активно заводит друзей в соцсетях. На своей странице делится успехами в творчестве. Недавно у молодого человека появилось новое увлечение – шахматы. Играть на турнирах помогает мама. Он мне показывает, я уже смотрю на его глаза и переставляю шашки. Он старается первое место занимать, да. Вот начинается с Ванту первое место занимать. Картины художника выставлялись в Казани, Москве и Бельгии. Некоторые попали в частные коллекции. Мечта Рената – с выручки купить машину с большим багажником. Художник хочет выбираться на прогулки со своими друзьями-колясочниками. Анна Городнова, Ильшат Аюпов, ТНВ, Набережные Челны.